Каждый желающий мог бесплатно получить сладкий подарок. Только есть одно правило – нужно сломать сигарету, и только тогда получишь конфету. Первый шаг на пути к отказу от вредной привычки сегодня сделал Захар. Молодой человек признается, что уже давно задумывается бросить курить. От подростковой кампании, потом как-то пошло, пару раз бросал, потом все равно к этому возвращался. Сейчас тоже вот планирую. Если я там где-то раньше или сейчас могу курить, мне без разницы, где. Даже за то, чтобы подростки или дети не видели этого, потому что на самом деле это плохо. Вот и свое здоровье надо беречь. Рассказать о вреде табака нашим жителям вышел добровольческий отряд «Пульс» совместно со специалистами Муромского наркологического диспансера, областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики, а также комитета по делам молодежи. Мы составляем различные плакаты для детей, чтобы они сопоставляли, что вредно, что не вредно. Я призываю этих людей стараться вести здоровый образ жизни, так как ты проживешь долгую жизнь. Конечно же, спорт. Это все очень важно. Укрепляем тело и никак не наносим ему вреда из-за алкоголя, наркотиков и табака. Еще одна беда 21 века – так называемые вейпы. Взрослые и молодежь будто одурманены электронными сигаретами. Парят везде – и за школьным двором, в парках, скверах, возле магазинов и других общественных мест. Некоторые таким образом пытаются отказаться от сигарет, заменяя одно зло другим. Специалисты говорят, что безопасных форм курения не существует. На самом деле уже доказано, что электронные устройства, всякие вейпы, айкосы, они также вредны для здоровья. От них также происходит никотиновая зависимость. И еще плюс там разные химии в них. Это пропиленгликоль, глицерин, всякие ароматизаторы, они тоже негативно сказываются на здоровье. Этой акцией мы хотим привлечь внимание жителей нашего города, что курение вредит здоровью. Страдает сердечно-сосудистая система, бронхолегочная система, желудочный, кишечный тракт. А также курение увеличивает риск развития раковых заболеваний. То ли люди стали стесняться вредной привычки, ставшей уже далеко не модной. Поэтому желающих обменять сигарету на конфету сегодня оказалось не так много. Тем не менее, за сегодняшнюю акцию волонтерам и специалистам наркодиспансера удалось предупредить о вреде курения более 300 муромлян. Жизнь, сломай сигарету. Вадим Уколов, Артем Корнилов. Наши новости.